Всем привет, дорогие друзья, с вами Турбоёжик и мистер Саня. Сань, привет. Сегодня мы будем выживать в Нью-Йорке. Блин, уже стемнело, Сань. У нас, к сожалению, только одна кровать, так что пошел нафиг. Подожди, а вы И как вторую отдай кровать? мою кроватку. На самом деле у нас две кровати. А почему у нас две кровати? Знаю, но спать можно только ночью, к сожалению. А что, сейчас не ночь? Походу, нет. Че, тупые, что ли? Ночь! Все, спим. Спится. Скотин! Иди нахер! Иди! Иди, знаешь, куда? Кого убивает? Я Курва! ничего нет. Ай, бобо. Ты... Все, я спрятался. Эй! Бля! А я сплю, а я сплю, а ты нет. Убил Он за меня Чупакабра? пришел. Я... Блин, здесь слишком страшно, Сань. Я реально запаниковал, блин. Я зашел в дом? А он за тобой зашел. Нет, он там был. А, он насквозь проходит через блоки. Да ладно. Кто? Этот монстр. А я Пока он где-то со за... мной идет через блоки. Слушай. Все, поехали, Саня. Так, давай добудем дерево и попытаемся эти алмазные блоки использовать для борьбы с монстрами. Ты Покушать, когда-нибудь... кстати. Я полный мертвый вышел. Ты в библиотеке когда-нибудь был? К сожалению, отчасти Посмотрите нет. на эту анимацию, друзья. Давай, поломай дерево. Ну, поломай сам теперь. Тых. Я на самом деле ломаю не так, как ты. Я ломаю красиво, короче. Ты посмотри, на какой мы высоте. Да, как посмотреть, почему мы разбираем библиотеку? Нам нужно дерево. Нам еще Так у нас бы под ногами, камень блин, и нет. железо бы. Воу! Слушай, может здесь поселимся жить? Можно. Смотри, тут какая-то энка. А, это для вертолетов. Клубы. О, иди сюда, там какие-то гоблины. Клубы. Так это называется, не видно. Здесь из Спарта или нет? Так я сдохну, мне кушать надо мне. Ладно, ладно, кушай, кушай. Боже мой, у тебя хп сейчас мало, да? Ты как аутяга Иди нафиг, нормально я бегаю. Нам нужны... О, железный блок, иди сюда. бегаешь. О, изи. Так там еще алмазные блоки. А, у нас каменных нету, мы не сможем ни один из них добыть. Я, короче, пошел искать камень. Только я не уверен, что мы здесь добудем вообще. Это шерсть. Давай пороем. Пойди. Ай, ёпрс. Я упал на нижний этаж, короче. Я сдохну, если упаду, скорее всего. Тут раздатчик какой-то там. Открывай. О, Вася! Будешь светопыль? А я... Чего? Держи, светопыль. Иди нафиг. Она теперь... Было. Нет, 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 нет. Высрался. Смотри, а хочешь я сейчас? Да-да-да-да. Азазаз! Давай его выпадет сейчас алмазный блок. Он выпал? Нет. Выпал, выпал, выпал! У меня один алмазный блок. Здесь какая-то древесина А вы осталась. гениальны, да? Без кирки добыли Я алмазы. гениален, моя была Ты идея, что урод, ты блин! Если б не ты... на мои идеи воруешь. Взорви еще один. Нет. Взрывай сам. Я упал! Я умер. Дебил. Может, Ты-дых. телепортируюсь к тебе. Оу. Спасибо. Ничего. Нет. Чё с тобой? Я опять упал. Дебил. О, вагонеточка. У меня где-то здесь был алмазный блок. Она уехала без меня. Я вижу, я сейчас поймаю, 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 поймаю. Лови. Я поймал, я сел. Слушай, ты это слышал? Нет, но я качусь куда-то. Ты не слышал этого? Нет. О, сколько Я слышу динамита. только рельсы. Кстати, здесь сломано. Есть ли Мне страшно, реально. Мне вот сейчас пипец как страшно. Я боюсь потерять алмазный блок. Фу.
Ты не Потому что... пугай. А, у тебя ведерочка есть это. Я его снял. Красавчик. У тебя дерево есть? Да. Нормально. Кушай. Давайте. Тяжи кирку. Добывай. Алмазики, там все такое. Короче, пошли развиваться. Зои-то. Я хочу Зои-то. А вон, 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 вон алмазы. На той стороне, видишь? Вижу, вижу. Ты слышал это? Блин, иди да. нахер. Я слышу монстра какого-то, он что-то схавал. Смотри, аутист, давай бегай. Смотрите, как он бегает. Дебила, кусок. Так, ладно, давай, ты ту стороночку, я эту стороночку. А кто посерединке добудет, тот молодец. Молодец. Там, смотри. Вот тут будет сундук, а там, в этом сундуке будут эти динамитики. Понял? Понял. Красавчик. А тут лесенка есть. О! Да ну нахер! Иди туда. Блин. Аутисты. Прячемся. Ну его нафиг. Я никуда не хочу. Я вот... Мне здесь нормально. Закройте меня здесь, пожалуйста. Все. Фу. Ой. Зря вы меня здесь закрыли. Сань. Да дай мне это. Да успокойся. Нет, нет. Все, дай мне дерево. А, дерево, держи. Дерева нет. Мне верстак нужен. Ты слышишь этого уродца? Нет. Делай алмазные вещи себе. Мне бы верстак найти. А вот он. Видишь? О, вижу, вижу. Красавчик. Давай, делай все алмазное. Слава богу, мы хотя бы повыживаем. Хотя не факт, что мы сможем выжить, потому что не знаем, насколько они сильны, вот эти чудики. Фу, ребята, кто смотрит, ставим лайки. Обязательно. Больше лайков, больше подобных видео. Если вы хотите, чтобы вышло продолжение. Как обычно блогеры говорят, чтобы лайки ставили? Сань. Не знаю. Они обычно это говорят в конце видео. А, да. А я говорю в середине. Ты сделал хоть что-нибудь себе? Сделал. Там, кстати, кто-то живет. Земляной двеллер. Где живет? Слева от тебя. В воде. Нет, у меня слева. Вот, вот прям в воде. Какой... А! Я не знаю, я даже не вижу его. А можно еще немножко алмазиков? Мне не хватает 6 штучек на трусы. Вы только посмотрите на это убогое зрелище, держи. Спасибо. Слушай, ну давай спускаться вниз, что ли? Мне у меня еды есть не хватает. Вагонетка. Нам надо добыть железо, чтобы сделать тебе вагонетку. А где-то было, помнишь железо? Где-то было. Где-то было в какой-то двери. Пойдем в следующую дверь. По-моему, в следующей комнате должно быть железо. Так, здесь обрыв. Какой урод это сделал, да? Слушай, есть решение проблемы, конечно, у меня тут есть вот такие вот блоки. А, ясно. Умный в гору не пойдет. А нам сюда и не надо было вообще-то. Может, по воде спуститься? А там есть? Я не знаю. Тяу, минь. Сейчас задохнемся здесь вместе. Кстати, да. Все, я вышел. Тем более у меня два сердечка. Я туда вниз, короче. И мне на самом деле ни хрена не по кайфу. Все мне нормально. Кажется, я сейчас разобьюсь. Это снизу есть. Там снизу какие-то черты. Я... О, ёлы-палы, я не хочу туда. Я не хочу туда. Я вот здесь, короче, буду. Ты все видел. Анимейшн. О, сундучок, смотри. Тихо. Я могу тебе дорожку проложить. Динамитом, блин, шут. А здесь тоже динамит, кстати. Ничего с тобой. Хм. Видишь, он горит. Пойдем по ПВПшимся, что ли? Так у нас нечем бить, кроме кирок. Да пофиг. Как кирок? Мне меч есть. А, ну так. Пойдем отбежим. Найдем какого-нибудь слабого. Нас уже бегут, сзади, 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 вон, два черта. Да они через воду не пробьются. Пойдем вот этого слабенького замочим. Он полю. Эй! Он нифига не слабенький!
С него выпали какие-то А мне вещи. Вообще темно я... стало. Фух. А еда есть? Пойдем похавать. Вот маленький ложка. Очиво. Смотри, с него до хера чего упало. Железо выпало. Ой, железо. Я уже забыл, что с него выпало. Кожа выпала с него. Ты где? А, вот. Я за тебя. Там слизень. И А еще чё он какой-то открыл черный. дверь? Фу, эндерменчик, я тебя обожаю. Хоть чё нормальное. Так, пойдем. Похавать нам нужно что-нибудь. У нас три капитейтера же, давай яблочки сделаем. У меня Руби. топора нет, у меня ничего нету. Кроме... Как нет? Я же тебе алмазы кинул, сделай. Это три алмазика осталось. Ну хочешь еще дам? Хочу. Где ты? И здесь На. я. Будет еще три. Блин, я хотел верстак сделать, я поставил Да не доску. дерево, вон дофига. Мне просто еды не хватает, вообще нету ее. Фу-ху-ху-ху-ху-ху-ху. Выживание в Нью-Йорке, блин. Вот эту хрень можно хавать? Сырое мясо чупакабры. Интересно, что она дает? Мерзкое мясо сочащейся кровь употребляю сырым может вызвать ужасные галлюцинации. Ужасные галлюцинации. Слушай, хочешь кайфануть? Давай. На, попробуй. Я не умру? Я хер знает. Сырое мясо чупакабры. Ну, я схавал, мне нормально. Я покажу его. Только Слушай. я какие-то звуки начал слышать. Я тоже. Да еще одну кусочек. Да. Что-то мне понравилось. О, у меня какая-то Power 2 действует на меня. О, я опять что-то слышу. Только справа уже. Это галлюцинации, короче. Какие-то мерзкие звуки непонятные. Не, яблочки, конечно, повкуснее будет. Ты так прикольно топором рубишь. Тык-тык-тык-тык. Вот еще яблоко скушать и посмотреть, как это будет выглядеть. Так, пойдем дальше. Найдем. О, тут тростник. Неплохо. Слушай, что-то темновато. Иди сюда. У тебя темно стало? Ну нет, нормально. А мне вообще пипец темно здесь. Это все потому, что ты копался в настройках. Да не из-за настроек, это потому что мы на уровне бедрока. Гифт-шоп, это какой-то магазин. Подарков. Железные блоки. Зачем они нам? Не знаю, уже незачем. Задолбался и дверью. Она должна здесь стоять. Что ты с топориком? Ты посмотри, как с топориком бежать надо, видишь? Ты так, возьми лопату. А у меня нету ее. Ладно, пойдем. Слушай, мне не нравится вот это вот. Пошли, пошли, пошли. Он слизень. Хочешь с ним по ПВПшить? Я вижу какую-то Кем? стеклянную хрень. Там по-любому должна быть еда. Это теплица, наверное. На 2 хп всего осталось. У меня Скушаешь. А у меня даже яблочек уже ничего нету, только саженцы, да, дерево. Ты главное не сдохни своими алмазными вещами. О, смотри, это библиотека. Может здесь какие-нибудь сундучки? Сань, ты где? Себя. Я всегда за тобой хожу. О, красавчик. Ты сюда меня Иди убьешь. сюда! Я иду. Тут О, там кто-то есть. странные типы. Эй, идите нахер! Пошли вон! Сань, Я иду, помогай! иду. Они Куда? Я убил размножаются! кого-то. Я их бью, они размножаются! Бегащий мумия, блин. 32 хп есть еще. 8. Все, он умер. И убегай оттуда, убегай, убегай, убегай. Бегащий мумия. Чё за бред, блин? Оу-оу-оу-оу-оу. Смотри, а тут губки. Знаешь, для Откуда чего они? штаны? Воду высасывают, Ага. впитывают. Нет, нет, только Ты не только не убивайте. умри, блин, а мне жрать. У тебя есть что пожрать? Нет, почему у меня сверху слизень летает? Слизень летает. Да, он куда-то туда полез. Вот он. Это же стекло, дебил. Не вижу стекла. Не вижу стекла. Пойдем сюда. Пойдем наружу. О, дождик. А-а-а. Дождь убивает вампиров, надеюсь. Слушай, с хавчиком у нас до сих пор проблемы с
Скоро Может, уже буду все-таки по долго старинке умирать. дерево, да? Давай. Давай. Руби все, как говорится. Руби, как никогда не рубил. Кто-то выпал. Это кто такой? Это дух дерева. Убей его. Хватит собирать мои яблочки. Он легко убивается. Ну да, у меня два яблока. У меня тоже два яблока. Сожри. Жрать, жру их. Сожрал. Блин, а у меня не хватит на еще одно яблоко, если выпадет. Это хрень. Надо поосторожнее с деревьями, да? Угу. У тебя выпало? Выпало. У тебя яблочко есть уже. Сразу жри, пусть тебе восстановят хп. Ай-яй-яй. О, я с одного удара топора убил. Даже ты даже не заметил. Наверное, он топором убивается. Понял. Вот маленький, смотри. Это маленький вообще. Пиздюк. Да, он с топора убирает. Нормально. Зря мы его мечом, короче. Так. Не, с едой или явные проблемусы. Но, может, посадим что-нибудь? Она долго будет расти. Самогонку. Да, отвали. О, с него яблочки падают, с этого чудика. И семена тыквы с него выпали, кстати. У меня гнилая плоть. Будешь? Не, у меня пока есть что пожрать. А, здесь тыква до хера. Смотри, иди сюда. Давай возьмем. Пригодится, может быть. О, светильник Джека. Ауф, 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 ауф. Для чего эта кнопка? Ты не умничай, не нажимай на все кнопки подряд. Это может быть опасно. Ну чё, как тебе карта? А, тут бедрок, дальше не выкопать. Какая-то еще комната или это выход? Пойдем, короче, на мост. Смотри, 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 смотри. Иди сюда. Иду, иду, давай. Ну. Я первый раз такого вижу. Вон там, какого? Впереди. Ау, электрический? Да, туда. Слушай, у меня хп мало. О, ты слизень пришел. Я тебя спас. Ты лучше оглянись. Он бежит на меня. Что с ним делать? Ой, он стреляет. А я его убил. Это не он стреляет, это, короче, мы, у нас суперспособность. Слушай, у тебя... Эй, иди сюда! Не убил ты его. Это я вот его давай, убил. Это второй. Нет, не второй, это мой. Слушай, давай ведерочки сделаем и пойдем покатаемся. А у меня было одно. Можно запасное сделать. Так вот нам для чего нужно было железо, точно. Ну да. У тебя верстак есть? Сделаем. Я Может, сделаю. Дерево нарубили. Отлично. Сейчас будет покатушки на приорах. Любишь приору? Конечно. Красавчик. Все, две вагонетки есть, есть. Отлично, 13 давай вагонеток. На следующую серию это запишем. Давай. Скажи пока-пока. 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 Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, да? Да.